«Вы самые главные помощники и опора всех органов власти». Такими словами начал встречу Алексей Копайгородский с председателями территориальных органов самоуправления. Эти активные жители районов первыми выслушивают жалобы соседей. Председатели ТОСов рассказали главе города о проблемах. Больше всего вопросов в селах. Нет канализации, где-то и водоснабжения, иных не устраивают дороги, переполнены классы в школах. Но самый острый вопрос – газификация. У нас газификация практически нормальная в микрорайоне, но есть улица Весеукраинки, где давно, лет 20, что-то вот им обещают, тоже проект уже есть, уже все вроде вот-вот-вот, но они уже так устали, они так нас напрягают, приходят на прием и говорят, ну когда же, вот хотелось бы, чтобы это случилось. Оперативно решать проблемы на местах можно только в тесном взаимодействии с городскими властями. Поэтому ТОСы войдут в общественные советы, которые по инициативе мэра будут созданы во всех 4 районах курорта. Все вопросы, которые вы задаете, страшных абсолютно никаких нет. Свет, вода, газ. Есть программы, краевые программы, в которые нужно вступать и на плавном, постоянном режиме все эти моменты выполнять. Вы, находясь в районных советах, у себя в районах, будете говорить и составлять правильную дорожную карту той проблематики, которая нужна вам же. И для нас важно создать эту систему. А контролерами и вы будете наблюдать, как эта работа выполняется. И если эта работа не выполняется, или видите, что там кто-то ходит и затягивает, резину тянет, так называемую, значит, сразу же обратная связь на глав районов, и они уже в своем режиме, в своих полномочиях, в своих должностных обязанностях, у них есть полномочия спрашивать с того человека, которому они доверяют определенную работу. Есть еще другие контролирующие организации, наши правоохранители, которые также будут надзирать за теми моментами, которые они выполняют. Вот и все простой государственный механизм, о котором вы все прекрасно знаете. Наша задача его скорректировать, и чтобы он сделал правильный конечный результат, положительный. Все вопросы, озвученные на встрече, заверил глава курорта, будут взяты под контроль. Татьяна Говоркова, Алексей Давыдов, телекомпания ФКТ.